дали мені за хорошу роботу похвальний лист. Думав, там буде написано відпустка. Ну, гроші. Ну, відгул. Ну, не похлопатись по плечу. Ищи мужа. О себе. Высокая. Если на каблуках. Умная. Если не задавать глупых вопросов. Добрая. Если не злить. Красивая. Если свет не включать. Дед поймал золотую рыбку. Раз такой. Золотая рыбка. Дед, отпусти меня. Я тебе любые три желания исполню. Дед такой, да не надо мне твои три желания. Мне хотя бы одно. Вот сделай так, чтоб я водкой ссал. Рыбка золотая, говно вопрос. Будешь так ссать постоянно водкой. Раз отпустил ее, домой приходит, говорит бабке, бабка, неси стаканы быстро, будем проверять. Раз бабка принесла стакан, он поссал, раз выпили, опять выпили, и нормально, водка сыт постоянно. Короче, нажрались в усмерть. Утром бабка просыпается, с будуна такая, трясет ее, все похмелится, деда толкает, говорит, дед, давай, наливай еще. Дед такой, бабка, это вчера была презентация, а сегодня за деньги, и причем с горла. Я бутаюсь и обутаюсь, ни заработка, ни выработки, отдай я батня. На первом свидании со своей будущей женой я вместо цветов принес 3 килограмма фарша. Оценив все плюсы и минусы, она предложила переехать ко мне жить. Начинаю читать книгу «Думай и богатей». Готовься, нищета сраная. Чудесный сон приснился мне. 2 грузчика несли мою зарплату.